Здравствуйте, меня зовут Наталья, и в этом видео я хотел бы показать распаковку посылок из AliExpress. Это будут две посылки, два набора, которые я заказала еще летом. Первая картина – это вот этот зимний Нью-Йорк, хотя, может, это какой-нибудь и другой город, не знаю. Из магазина, я прошу прощения, Хихуй. Если вам интересно посмотреть, как все было запечатано, поехали. Ура, ура! Наконец-то пришла моя посылка, та, про которую я рассказывала, которая на таможне с 11 июля лежала и пришла вот только 20 июля. Я ее заказала еще в начале июля, она очень быстро дошла до Америки 11 числа, и все. И потом застряла в Чикаго. И вот, наконец-то, 20 июля она здесь. Ура! Ну, распечатываем. В коробочке. Коробочка помялась у нас. Вот с этой стороны. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Ну, как я говорила, набор очень большой. Это, наверное, самый большой. Вернее, да, это самый большой, который я буду вышивать. 90 на 60 сантиметров. Здесь очень много цветов. Давайте я сейчас открою это. Ну, посмотреть эти символы. Ну, неплохо, в принципе. Но темно, конечно, темно. Трудно будет. Надо днем, наверное, вышивать. Выкладывать ее. Ну, а вот столько цветов. Сейчас я смотрю, сколько здесь этих алмазиков всего. Ну, посмотрите, очень много цветов. Ну и, как всегда, стандартный набор. Пинцетик, стайлос, клей и поддончик. Окей, сейчас посмотрим на алмазики более детально. Они такие пластмассовые, квадратные. Не блестящие. Ну, как всегда, бумажечка, чтобы легче было удобнее работать, отмечать цвета, да и вообще посмотреть, что здесь есть. 43 цвета. У меня не было еще столько цветов, никогда не выкладывала. Эта картина как должна будет выглядеть. Вообще, я ее хочу... Окей, не пугайтесь, я сейчас кое-что покажу, только, пожалуйста, не пугайтесь, я знаю, у меня бардак. Вот на этот шкаф повесить. Он с другой стороны, это из Айкии. А с другой стороны, он хорошо выглядит. А вот с этой, я уж не знаю, думаю, может, фотообои наклеить. Но фотообои тут как-то, ну, какие-то дороговатые. Вот, мне не очень нравится. И я хотела вот повесить именно алмазную вышивку на этот шкаф. И как раз сам, как бы, сама картина, ну, если не в том же стиле, что и комната, то, по крайней мере, в таких же тонах. Ну, в общем... Все я посчитала, все на месте. Просчитала 30-72, но потом нашла его. Очень много цветов, очень много. По 13, 20, 36 этих пакетиков очень много. Ну, как только начну вышивать, буду делать отчеты. Следующую картину или набор я заказала из очень известного и очень рекомендуемого магазина в одной из самых больших и популярных группах об алмазной вышивке на Фейсбуке. Большинство участников живут в США, Австралии и Европе, и все абсолютно без исключения очень высоко отзывались вот об этом магазине Ever Moment как о высококачественном, хотя и дороговатом. Я решила попробовать заказать из этого магазина, опять он называется Ever Moment, чтобы сравнить с другими наборами и картинами, которые я уже заказывала. Тем более, что я видела эту картину уже в готовом виде на YouTube одной женщины, и смотрится она изумительно. Я эту картину нашла у нескольких продавцов, но решила заказать на Ever Moment. Для жителей США разница в цене несущественная, может быть, там долларов 5, но, как меня уверили, оно того стоит. И действительно... Как этот набор был упакован, уже меня подкупило. Итак, начнем. Итак, посылка из AliExpress. Магазин называется Ever Moment. И шла посылка 18 дней, 26 июля. Я сделала заказ, сейчас 12 августа она пришла. Я уже упоминала об этом, но вот этот магазин Ever Moment, я читала очень много хороших отзывов у девчонок на Фейсбуке в группе «Алмазная вышивка». Ой, ну красиво, конечно, упаковано замечательно.
Вот с эстетической точки зрения очень красиво. У меня ни один набор так красиво не был запечатан, как будто бы в подарок. Смотрите, это, в принципе, коробка какая-то. Я, честно говоря, думала, он просто завернут, ну, набор просто завернут в какую-то бумагу. Нет, это коробка такая. Здорово, сейчас я ее открою, посмотрим, что там. Ну, вот черная крышечка открывается, а там как раз лежит набор. Сейчас я его вытащу. Что касается упаковки, пока все безупречно. Вот эта картина. Размер я заказала 50 на 60 сантиметров. 50 на 65 даже. 37 цветов. Сейчас я посмотрю, все ли они на месте. Вот так вот упакованные бриллиантики. Бриллиантики все квадратные, квадратной формы. И они resins, пластмассовые. Из смолы, как они сделаны. Не знаю, с какого материала, но... Не rhinestones, не блестящие, не кристаллы обычные. Вот, ну и также шли инструменты. Это стилус, это клей, это подносик и щипцы. Также шли в наборе зиппер-пакеты, зип-пакеты. И тут написано вот подарок, стикеры. Ну, так красиво деткам дать поиграть. Ну... Очень приятно, что я могу сказать. Сейчас мы посмотрим символы, хорошо ли пропечатаны. Ну, как вы видите, довольно-таки большая канва, большой размер. Ну, а насчет символов, в принципе, они пропечатаны неплохо. У меня были работы, которые символы, на которых пропечатаны четче. Но опять вот почему-то темный фон. Жаль, конечно, нужен будет light pad подсветка под него. Без подсветки будет трудно. Ну вот, еще с этой стороны тоже. Я прошу прощения за эту, за вспышку. Ну, на светлом фоне, в принципе, неплохо пропечатаны символы. Так, ну сейчас я посмотрю, все ли цвета на месте. Ну вот футляр, в котором набор пришел, вообще очень сильно пригодится. Еще складывать уже готовые работы, пока рамки не нашли. Они там и не помнутся. И знаете, мне еще что понравилось, это то, что бриллиантики, они здорово упакованы. И мне нравится, как они написали номера. Они очень четкие. Обычно на пакетиках с бриллиантиками номера написаны какой-то золотистой краской, половина которой уже стерлась. Здесь нет. Посмотрите, здесь черным и белым написано. Ну, здорово, прям сразу видно, какие номера. Но я пока отмечаю. Все ли номера здесь или нет, все ли цвета собраны или нет. И забыла сказать, что картина стоила $34.34. Можно было дешевле найти на других веб-сайтах, на других, магазинах. Но опять очень много положительных отзывов было вот именно об Evermoment магазине. Я решила купить, чуть-чуть подороже заплатить. Ну, пока, например, вот... Качеством упаковки я просто поражена. Так никогда здорово не упаковывали. Посмотрите, еще один момент. Видите, 900-й цвет. Стрелочка вверх, чтобы не читался как шестой номер. Тоже я не видела такого никогда на упаковках, чтобы были указаны стрелочки, как читать номера. Потому что иногда действительно не поймешь, 900-й или еще там какой-то. Ну вот девятки и шестерки иногда могут... ввести в заблуждение. Так, в общем, все я разложила. Все цвета присутствуют, но забираю свои обратно насчет упаковки. Есть много алмазиков, не то чтобы алмазиков, пакетиков, которые одного номера, но между собой не связаны, как это было с тем русским набором, с избушкой в лесу, что мне очень сильно не понравилось. Как вы видите, вот два, например, на два пакетика, и они не соединены между собой. Что очень мне не понравилось, и вообще здесь очень много. Я тут они как бы, видите, одна вторая и две вторых, да? А одна часть и вторая часть этих стразиков и в двух разных вот пакетах, да, были стразики одного цвета. Вот, то есть те цвета, которые я уже отметила здесь, из первого пакета, были во втором. Так что придется собирать. Конечно, не в таком количестве, как в том русском наборе, но все равно приятного мало. Ребята, еще раз напоминаю и прилагаю ссылку на мою страницу в Фейсбуке Diamond Painting by Nat. Если вам интересен прогресс моих текущих работ, подписывайтесь.
Ну а в следующем видео мы с вами распакуем два рождественских набора. Спасибо большое за внимание. До свидания.